19 октября делегация Татарстана во главе с Рустамом Минихановым посетит закрытие WorldSkills в Абу-Даби, на котором президенту республики передадут флаг чемпионата WorldSkills. Участие в мероприятии принимает ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Передача флага пройдет в рамках 44-го чемпионата WorldSkills, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Национальная сборная борется в 51 компетенции. Татарстан представляет 8 человек, которые участвуют в 7 компетенциях. В период с 4 по 9 декабря этого года в Казань прибудет делегация из Абу-Даби, которая поделится опытом организации соревнований. WorldSkills Казань 2019, 45-й мировой чемпионат рабочей специальности по стандартам WorldSkills, который пройдет в столице Татарстана с 18 по 23 августа 2019 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 1500 конкурсантов и 2000 экспертов по 50 рабочим специальностям более чем из 60 стран-членов движения WorldSkills International. Для его проведения в Казани планируется построить международный выставочный центр Казани Экспо. Он будет включать соревнования, зону, павильоны, галерею, конгресс-холл, многофункциональные залы, ресторан. Диана Шилова, Универньюз.